Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Фил, и в этом видеоролике я буду проходить челленджи. Это уже вторая часть. Вы не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Приятного просмотра! Я сейчас остановился. Сейчас, стойте. Включить вот это. Я сейчас остановился вот на этих местах. Ого, тут проходы какие. Вряд ли у меня с первой попытки все получится. О, получилось, кстати. Не с первой. С какой сейчас посмотрю? С третьей. Обычный спам. Ну-ка, я ставлю. Да, прошел. Ладно, на рейд, на изи. Как попросили там. Еще следующий. Так, что тут у нас? Очень-очень маленький проход. Это жесть просто. Что ж такое? Это очень сложно. Ладно, ладно. Буду следующий проходить. Это еще не для меня. Да, возможно, кстати, для меня. Я в дырку эту попасть не могу. Жесть. Там, кстати, баг есть. С этим. Ладно, ладно, ладно. Пятнадцатая попытка уже. Ну, 34. Неплохо. Не знаю, что со мной не то сейчас. Почему я пройти не могу? Также фигня какая-то. Опа. 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 Ладно, слишком сложно тоже. Вы в челлендж хард. Я надеюсь, это же не старый будет сейчас, Уотерхаус. А, ну возможно, кстати, я даже проходил. Вот, с первой попытки пошел, это было изи. А, не смогу сейчас. Изи, изи. Правда, на это уже две попытки потратил, но... Завтра тоже неплохо. Так, стух почему-то. О, 71, 71. Это уже неплохо. Пока что у меня не получается. Сейчас еще попробую. Раз, три, раз, два, три. Ай, ладно, следующий челлендж. Мне скоро в школу уже надо. О, тут, кстати, вот тут маневр такой сложный очень. Не могу понять, где волна надо. А, там, наверное, идти можно. Ай, 37.
Да, можно. Ой, да как тут-то? Как так-то? Ай, не могу. Не так делать. О, вот это жестко там. Надо сделать так, чтобы вверх у кого портала не пролетел, то так я полечу вверх и в шипы прямо. А, почти получилось. Я попробую пройти. Мне вряд ли получится. Слишком плохо. Не для меня так. Я буду пробовать, буду пробовать. Да что ж такое-то? Блинчик. Вниз. О, там арбы были. Ой-ой-ой-ой. Понял. Пойду. Ой, как я тут-то сдох. Ой-ой-ой. Плохо, нельзя было там. Да что ж такое-то? Главное привыкнуть и все, тогда можно пройти. У меня уже 24-я попытка вообще. Отлично. Ох, как я докоснулся. Только этого не хватало. Ну, ладно. С вами был Фил. Всем спасибо за просмотр. И не забывайте также ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо и всем пока-пока.